Динамовский выпускной. Всегда особая история для ребят и родителей, для наставников и учителей. В Кремле, в сердце столицы. Многие из парней этого выпускного 98-го года рождения здесь только мечтали оказаться. Это впервые и для нас, и для родителей, что вручение и получение аттестатов проходит в Кремле. Родители специально ехали сюда, чтобы посмотреть на это, так как с детства они мечтали попасть сюда. Мы свою традицию не нарушаем. Организовали вместе с футбольным клубом «Динамо» очередной раз великолепную экскурсию по Кремлю. Посмотрели великолепное убранство Кремля. Вот, вручили в торжественной обстановке аттестаты. Дай Бог им сил, здоровья, удачи и родителям терпения. Натерпелись, конечно, с юными динамовцами и учителя. Всякое бывало, но главное – общий язык всегда удавалось найти. Да, футбол был и есть у этих мальчишек на первом месте. Впрочем, об образовании никто не забыл. Занятия проходили несколько дней в неделю по определенному графику. Они приезжали к нам до тренировок. Конечно, упор был сделан в первую очередь на подготовку к ЕГЭ. И, собственно, я считаю, что все задуманные, поставленные задачи, цели, они, в общем-то, решены. Аттестаты о среднем образовании в руках. Это торжественный момент не только для ребят, но и для тренера. Александр Точилин. Кто лучше может научить любви к футболу и «Динамо»? Пожелания у него сейчас одни. Также прогрессировать, играть в футбол. И в будущем, надеемся, увидим, что они как раз в эти сложные времена для «Динамо» станут как раз той опорой, которая будет ковать в будущем победы. Ждем побед и ждем в основном составе. В добрый путь, динамовцы! Банк ВТБ первый в России создал международную финансовую группу, состоящую более чем из 30 компаний, работающих во всех сферах финансовой жизни. Внимательное и профессиональное отношение к каждому клиенту, грамотное и эффективное управление финансами являются залогом успеха работы группы ВТБ.